Понедельник начинается в субботу. Главная книга этой смены. Прямо за моей спиной театральный отряд показывает пролог этого произведения. Одна из мыслей этого произведения – то, что надо все делать вовремя и не откладывать ничего на потом. Ваня, неужели ты не мог подготовиться к сюжету заранее? Я что, виноват, что ты меня предупредила за 5 минут? Да ты, Дима, вообще во всем виноват. Неужели нельзя было нормально подготовиться? Так, стоп. Мы находимся на конкурсе талант. Сейчас узнаем, кто из нас лучший. Ну, давай. Вокал, танцы, рисование, актерское мастерство, КВН и спортивные соревнования. В этом и многом другом ребятам из лагеря «Лазурный» удается проявить себя на шоу «Вива таланты». Начинают мероприятие выступления театрального отряда. Затем артековцы расходятся на различные конкурсы на проявление своих талантов. Если не будет искусства, не будет зрителей, и тогда рухнет мировая экономика. Боже мой! За особые старания артековцев наградят. Лучшие участники сценических конкурсов получат возможность выступить в представлении перед всем артеком. Самые красивые открытки, оригами и пластилиновые поделки подарят учителям. Алён, смотри, какие красивые работы получились у артековцев. Да, и вправду. Наши ребята такие творческие, и шоу «Виват таланты» тому пример. Слушай, а может не будем спорить, ведь каждый из нас талантлив в своем. Я считаю, что ты прав, Ваня. А готовиться к своей работе нужно и правда заранее, чтобы не получалось таких казусов, как у нас. С вами были Алена Лаптева, Ваня Колесников, Дима Семеняга, специально для ЮНТВ.